Исполнитель Маду Иорда. Видео «Keep it coming». Место съемок где-то в Лос-Анджелесе, Соединенные Штаты Америки. Лос-Анджелес – город контрастов, более чем многие другие. Именно это место скоро запишут в паспорт нового видео. Именно этот клип станут вспоминать как самый креативный коннект формата «Восток-Запад». А пока самолет, подобно сказочной машине времени, несет группу Орда к берегам мамы Америки. Вне логики и часовых поясов. Навстречу будущему, которое уже ждет их в студии для записи аудиоряда к песне «Keep it coming». Что ж, легкие под завязку заполнились американским О2 соединением. На акклиматизацию времени нет. Пора спешить в студию. Общими усилиями приближать к реальности проект Keep It Coming. I come from where man would done there for hardly nothing. You can see it in the news. I'm hardly fronting. Got kids with guns in the heart of London. Bulletproof vest like. Привет, Хитиви, я Маду. Сейчас я нахожусь в Лос-Анджелесе на записи песни с группой Орда. Вперед! Сегодня нас записывает Джейсон Капп. So, Jason, could you tell us about Что вы можете рассказать о себе? Hi, my name is Jason. Привет, меня зовут Джейсон, я звукоинженер, я живу в Калифорнии, я работаю в музыкальном бизнесе. Что вы думаете о песне? Мне очень нравится эта песня, она действительно классная. Что вы можете сказать о группе, о их голосах, обо всем? Да все классно. Я очень впечатлен, и когда я услышал впервые, утром я сказал, о, это просто класс. Верите ли вы, что это будет чем-то грандиозным? Да, я знаю очень много хитов, и я думаю, что эта песня будет суперхитом. Хорошо. Большое спасибо. Без проблем. Время шло, а Орда и не думала уставать. Если бы предложили напеть альбом разом, они бы и глазом не моргнули, спели бы. Уж лучше увести этих ребят подальше от студии, например, на улице Лос-Анджелеса. Окультуриваемся нах. Это что еще за перцы? А, это бойцы уличных дэнс-потасовок. Да, не в лучшей физической форме, ребята. Ну, посмотрим, что они предложат нашим парням. Hello. Come on, lean on me. I'm in love with this scenery.
poke it out. Pun the river, pun the bank, baby, stroke it out. Sweat for your man. Both hands on your hips for your man. Me and the lady hurting the girl. Арда определенно уделала этих субъектов, что бы они там ни демонстрировали. Пожалуй, пора развеяться. Да что же у них за страна такая? Они вообще чем-нибудь, кроме танцев, здесь занимаются? А этот рабомен очень даже неплох. Похоже, Орда осталась в операционной памяти уличного танцора. Дэнс-нашествие потомков Чингисхана окончено. Завтра сложный день, завтра начнутся съемки. Никто из Орды еще не знает, что их ждет. Утро вечера мудренее, пора на отдых. Спать! Ну, спать так спать. День первый. Завтрак тоже первый. Что называется, настоящий американский. Не то чтобы вкусно, но как-то так. Кажется, будет дождь, это хорошо. А, это продюсер видео Keep It Coming. Имя сложное, ну, по крайней мере, для уха казахстанца. Да, круто, парни, подойдете потом к сцене для макияжа. Театр абсурда. Нет, всего лишь съемки нового видео. Сегодня вы увидите своими глазами процесс рождения совместного клипа Маду и Орды. Естественно, без купюр, естественно, полный лайф от винта. Знакомство с режиссером. Волнительный момент, но не для Орды, по всей видимости. Привет, рад видеть вас. Ой, вы хорошо разговариваете на английском. Привет, как дела? Доброе утро. А, Лена, рад знакомству. Дастан? Еска? Ерка? А, вы парни-братья? О, это хорошо. Извините, как? Нурик? Кто хотел волосы стричь? Ты? Хорошо, надо посмотреть. А, хорошо. Хочешь, как у меня? А, ну это легко сделать. Можно это сделать на съемках для видео. Я думаю, это будет весело. Да, ну все, круто. Хорошо, великолепно. Мы сделаем это на камеру. Да-да-да, я знаю. Я думаю, мы сделаем это без проблем. Конечно, все окей, круто. Пока не ясно, что там себе думает режиссер, но мысли Маду самое время обнародовать. Вот и она. Кажется, эта девушка сейчас слишком занята. Вот, подержать микрофон, это Маду не отвлекает от важного дела. Макияж, мейкап, прическа. Нет-нет, она не готова к интервью. Пожалуй, мы поинтересуемся у женщины слева, что происходит. Привет, меня зовут Шанти Шариф, и я устраиваю вечеринку здесь, в США. Я из Нью-Йорка. Я работал с такими людьми, как Алиша Кейс, Сиара, Риана, Кристиан Милан и с другими поп-звездами здесь, в Штатах. И сегодня я здесь с Маду на ее видео. И первый ее образ будет без намека на латино, но образы, которые были знамениты в 80-х и 90-х. Большие прически, стрелки. Арсли – стилист Рианы и Кейши Коул. Она необычная, и так думают все, не только я. Это самый знаменитый стилист, и также она моя подруга. Я очень люблю ее. Образ, который мы будем сегодня создавать, будет как в клипе у Гвен Стефани, я не помню его название. У нее была высокая прическа, стрелки, очень гламурно, очень модно. Это ее первый образ, и это будет очень круто. Тюремный образ. Второй день будет сцена аварии машин. И образ будет очень клевым, типа «Ах». Я не буду все рассказывать, но будет потрясающим. Я обожаю ТВ и поеду в Казахстан, но у меня там нет фанов. Что ж, фанаты не проблема, дело наживное. А вот профессионалы такого уровня нам никогда не помешают. Эти руки будут приводить в чувство уставших от перелетов парней из Орды. Ну и, естественно, королеву этой съемки Маду. И сейчас меня готовят первые к съемке, и первое, что мы делаем, это снимаем в тюрьме. Я еще не знаю, каков будет результат, но вы увидите это скоро.
Добрый день. Мы находимся в павильоне, где проходит подготовка к съемкам нашего клипа совместного с Маду. А наш стилист опаздывает. У них выключили электричество, и дверь гаража не открылась. Оказывается, в Америке такое тоже бывает. Вот меня уже намейкапили. Вроде похож на себя. Вот сейчас сидит Дастан. В общем, всех по очереди будут красить, поклевать, рихтовать, снимать заустинцы. Все как положено. Что еще? Монтаж. Ну и следите за следующими выпусками нашей программы. Будем комментировать дальше. Небольшое лирическое отступление, Дастан распевается. Наверное, настраивается на съемки. То, что эти два действия на данный момент никак не связаны, не повод останавливаться. Ну а мы проходим на непосредственное поле боя. Это не оговорка, ведь по сюжету в первой сцене Маду и Орда ведут себя не очень хорошо и вовсю сопротивляются стражу порядка. Его убедительно играет рослый чернокожий актер. Я вообще не ожидала того, что не представляла себе какую-то именно такую картинку и думала, что все будет по-другому, но все превосходит то, что я ожидала, и мне очень нравится. И вообще полицейский, который здесь вот сидит, очень тоже веселый парень. Интересно с ним. Мне, правда, не очень легко его толкать, но ничего, справимся. Пока Маду отходит от первой стычки с копом, Орда никак не может налюбоваться на свой новый имидж. Прямо-таки любовь с первого взгляда. Скажи, на кого ты похож? Я похож на аниме японца. But I am Kazakh, real. Процесс пошел. Этим ребятам не нужно время, чтобы войти в образ. Они уже на месте. Ну поехали, выходим. Извините, сейчас мы отсняли... Ты можешь помолчать? Я тебе мешал? Сейчас мы отсняли первую сцену. Сцена в тюрьме, куда нас привлекли за нехорошее поведение. Вот, где мы бесимся и отрываемся. В общем, американский участок — очень несерьезная вещь. В общем, советский суд — самый гуманный суд в мире. Так что... И к удивлению, не думайте, что мы хвастаемся, они немножко удивляются. Слово «удивленным американцам» – стилист шоу, которое вскоре выйдет в эфире отечественных каналов. Can you hear me? Ну хорошо, они слышат меня, да? Мне взять микрофон в руки? Окей. Я думаю, большинство это было из подхода к видео. Конечно, сначала я увидел сценарий. А потом картинка начала вставать у меня в голове. И мне пришла идея, чтобы все было забавно, немного рок-н-ролл для молодежи, понимаете, о чем я? Не сладко такое, но и не совсем сумасшедшее. Мне очень понравилось, и я надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Может быть, я приеду в Казахстан, никто не знает. И я наслаждаюсь работой с новыми людьми. Это великолепный опыт. Вы имеете в виду образ, который у нее в видео? Что это как в Голливуде? Нет. Я думаю, что это как в Голливуде. Это больше уличное, как на восточном и западном побережье, немного нью-йоркское. Я из Нью-Йорка, не из Лос-Анджелеса.
Какие-нибудь пожелания, комментарии? Мне очень нравится Маду, и это на самом деле великолепный опыт работы с такими людьми, которые делают что-то немного другое, и я уверена, что отличается от того, что делают ваши люди. Я надеюсь, вы хорошо провели время. Вы будете здесь завтра, завтра еще поговорим. Да, что куда ни кинь взгляд, всюду желающие приехать в Казахстан. Пора готовиться к массовому переселению американцев. А вот и еще один. Смотри, нах! Но пора вернуться к работе. Маду успешно отсняла первую сцену, о чем торопится нам сообщить лично. Мы только что закончили снимать мой первый образ. Это был тюремный лук. И сейчас меня будут готовить ко второму, который будет Car Crash и наше выступление совместно с группой Орда. И мои ощущения, я немножко устала, могу сказать честно. Устала после всех дублей, но все равно у меня еще есть энергия. И я думаю, когда опять я буду перед камерой, все изменится. У меня появится снова адреналин. И особенно я буду очень excited выступать с группой. Группа Орда подправила макияж и также готова ко второй сцене. Сейчас и они, и Маду отправляются в тюрьму отбывать наказание за свои провинности. Честно говоря, даже не сложно, а очень интересно, так как роковый стиль и еще плюс такой современный танец поставить, это очень круто, мы так считаем. Это эксперимент, это crazy, это mad, это супер. Так что советуем посмотреть наш, естественно, вернее, Маду и наш клип. Артисты изрядно вымотались. Это тяжкий труд, всякий знающий подтвердит. Пора на отдых. Ты сделаешь это, Пип. Это было просто... Если ты думаешь, что это все, придется огорчить тебя. Смотри продолжение спецвыпуска о том, как снимали видео «Keep it coming». Самое интересное еще впереди. Лос-Анджелес будет ждать тебя в следующую субботу. Следи за анонсами.